Привет, друзья! Сегодня мы поговорим на очень интересную тему. Никто не застрахован от плохого. Ну так вот, семья Федора Бондарчука тоже. 20 лет назад в семье режиссера родилась девочка, которая страдала аутизмом. Почти 14 лет они хранили это в тайне, но однажды на шоу Ксении Собчак супруга Федора во всем призналась. Семья не хотела, чтобы кто-то чужой знал об этом недуге, и чтобы их семью обсуждали и жалели. Девочку зовут Варвара. Ну так вот, Варя не может жить в Москве, и поэтому родители давно уже отправили ее жить в санатории за границей. Там она, наверное, будет жить постоянно и под присмотром врачей лечиться. В прошлом году девочке уже исполнилось 20. Мама поздравила ее в сети, опубликовав совместную фотографию. Федор говорит, что девочка очень смышленная и имеет потрясающую память. У Вареньки, кстати, есть также младший брат, которого она очень любит, и на его днях рождения она постоянно присутствует в России. Ну что ж, здоровья, Вареньки! Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя, а также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.